What do you think? Потенциально перспективный рынок экотранспорта развивается стремительными темпами. На смену байкам с классическими ДВС постепенно приходят их экологические чистые собратья. Хотя большинству мотоциклистов это и не нравится. Предлагаю вашему вниманию обзор на электрические мотоциклы новинки 2021 года. И открывает наш сегодняшний топ испанская компания Urbit со своим электромотоциклом Nura. Urbit Nura эквивалентен типичному 125-кубовому мотоциклу. Байк комплектуется 8-киловаттным электромотором Bosch и аккумулятором 7,2 кВт-часа. Максимальная скорость 140 км в час. Рассчитанный запас хода составляет от 190 до 300 км. Масса 150 кг. Начальная озвученная цена 8,5 тысяч долларов, что примерно 620 тысяч рублей. Далее у нас идет электрический кафе-рейсер Project Zero. Мотоцикл построен на решетчатой раме из хромолюбденовой стали, в которой размещена литий-никель-марганцевая аккумуляторная батарея мощностью 8 кВт-часа, обеспечивающая запас хода в 230 км в час и способная получить полную мощность всего за 2 часа зарядки. При весе чуть менее 190 кг Project Zero приводится в движение электродвигателем, выдающим 64 лошадиные силы, что позволяет разогнаться от 0 до 60 км в час за 2,5 секунды и развивать максимальную скорость в 150 км в час. Цена пока не объявлена. На четвертом месте расположился Arc Vector. Британский мотоцикл оснащен электромотором с отдачей в 140 лошадиных сил и 397 ньютон-метров крутящего момента. Arc Vector может развивать 200 км в час и разогнаться до 100 км в час за 3 секунды. Питает мотор тяговая батарея Samsung емкостью 16,8 кВт-часа, которую можно зарядить от станции быстрой зарядки всего за полчаса. По утверждению фирмы, запас хода в городе составляет 322 км. Машина весит 220 кг благодаря углепластиковой раме и маятниковым рычагам передней и задней подвески из того же материала. Однако цена просто заоблачная – 90 тысяч фунтов стерлингов, что примерно 9 миллионов рублей. На третьем месте электрический спортбайк Emulo One, который представила итальянская компания Tu Electron. У него есть все то, чего так не хватает его соперникам – шум, вибрации, переключение передач и нелинейный график мощности, как у мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания. Большой тачскрин Emulo позволит водителю выбрать один из нескольких режимов эмуляции ДВС. Сейчас в меню есть 250-кубовый двухтактник, 4-цилиндровая 600-ка и 800-кубовая двойка. Однако этот список может быть легко расширен, как нетрудно догадаться. Из технических характеристик известна только максимальная скорость в 250 км в час. Oh!
Серебро достается китайскому круизеру Evoque 6061, который имеет очень впечатляющие характеристики. Приводимый в движение электродвигателем с жидкостным охлаждением мощностью 120 кВт, 161 лошадиная сила и крутящим моментом 271 Нм, Evoque 6061 развивает максимальную скорость до 230 км в час. Аккумулятор емкостью 24,8 кВт-часа с жидкостным охлаждением превосходит гигантские аккумуляторы по 21 кВт-часа на обновленной линейке электрических мотоциклов Energica. Согласно заявлению Evoque, этой большой батареи должно хватить до 470 км по городу, а зарядка до 80% занимает 15 минут, благодаря специально разработанному программному обеспечению и аппаратной части. Ценник начинается от 25 тысяч долларов, что дешевле, чем его конкурент Harley Davidson LiveWire за 29 тысяч долларов. Ну и на первом месте Daemon Hypersport от канадской компании Daemon Motorcycles. Новинка развивает 200 лошадиных сил мощности, а максимальная скорость ограничена на отметке в 322 км в час. Дальность пробега на одной зарядке 323 км по хайвею или 482 км по городу, где часто включается система рекуперации при торможении. Такая дальнобойность – заслуга емкой батареи с водяным охлаждением на 20 кВт-часа. Это один из самых внушительных показателей среди нынешних и анонсированных электромотоциклов. Но самая необычная фишка Hypersport – трансформация, которая решает вечную проблему с посадкой прямо на ходу. В памяти можно сохранить различные регулировки высоты лобового стекла, ручек руля, сиденья и подножек, и переключаться между ними нажатием кнопки. За мотоцикл-трансформер в зависимости от комплектации просят от 20 до 40 тысяч долларов.